С нами Никита Кильянко, нападающий команды РГУ имени Косыгина. Сегодня отличился. Что можешь сказать о прошедшей игре? Что игра прошла хорошо, было тяжеловато, потому что команда играет. Соперник как оценишь? Соперник хороший. Они двигаются, тактически обученные ребята. Было тяжеловато с ними играть, но все равно не 10-0, 4-1 поборолись. А вам сегодня что не хватило, на твой взгляд? Движение. Нам нужно больше движения. Тактически не двигаемся, фланги надо, чтобы бегали. Играли, по сути, одного атакующего. Свою игру вообще как оценишь? Рад, что забил? Конечно, рад, но нужно больше, нужно выигрывать. А чтобы выиграть, нужно забивать. Все, спасибо.